Вот такие грибы и грибную поляну я сегодня обнаружила у себя на рассаде перцев. Покупала землю я в Магните. Вот горшочки торфяные покупала в садогороде в разных местах. Но у меня вот выросла целая поляна грибов. И спор очень много. Поэтому мне сегодня придется их спасать немедленно. Смотрите, что с этими горшками творится. Я не скажу, что я переливала их. Плесень наверху. Вот она появляется. И что главное, грибы выросли. Вот они, еще один лес. Вот они. Ужас. Хорошие такие перцы посажены. Это подарок Молдовы, Белозерка. Мне их сейчас надо срочно спасать. Вот рядышком стоят у меня. Вот они. Кто против улиток, вот они, улиточки закручены. Это огородная земля. У меня песок 1/3 и покупной. Вот они стоят, красавцы. Вот они сходят. В одно и то же время сеяла. Это было 12 февраля. Вот они. И петунька. Вот они. Сеяла в один день. А это вот что творится. Надо спасать, бегом убирать эту, иначе все попортится. Вот такая грибная поляна у нас выросла у перца. Пойду спасать, читать, что с ними делать, как пикировать отдельно, наверное, буду в другое, плошечки в другие, что ли. Начинаю обработку своих перцев, также и горшочки эти, все, и также зараженную землю, которую, видите, посеяны семена, но грибковые уже, вот они, споры появились. Для этого я приобрела вот такой вот метронидазол. Мне хватит одной таблеточки на пол-литра воды. Полностью обработаю вот эти вот перчики все, и которые у меня в горшочках. Вот это у меня уже обработано. Как видите, уже земля хорошая. Вот она вот, рассада. Вот. Это еще не обработано, как видите, грибковые вот эти вот поросли. Я сейчас пролью этим метронидазолом, даю немножечко постоять, а потом беру вот так вермикулит, вот так вот, посыпать буду поверху, как я вот здесь сделала, то у меня виола здесь посажена, и посыплю вот таким вот составом сухого песка речного. Как вот видите, здесь у меня перчики уже обработаны. Я беру и просто посыпаю вот так вот речным песочком. Вот. Так. И наверх я сделаю вермикулит. Вермикулит будет мне как бы сохранять мою почву эту и будет влагу держать. Вот так вот я обработаю, и потому что их еще пикировать рано, они не дали мне еще по-хорошему второму листочку. Как пойдет только третий, я начну их пикировать. Вот так вот я их обработаю все, и перчики, и цветы, вот таким способом. Уксус, почему у меня здесь стоит, этим уксусом я сейчас обработаю полностью все горшочки, протру всю плесень. Берем, не разводя, это 6%, и полностью обработаем вот эти вот все горшочки от плесени. Прошло 4 дня. Вот смотрите, как они сразу же позеленели. Вот они. Прям видно, что они уже пошли в рост. Вот. Ну вот, хорошо. Все-таки все это помогло. И мы спасли от этой плесени, от грибка перчики. Ну, сейчас они, конечно, пойдут в рост. И я думаю, что наберут силы и догонят. Еще время есть, еще март, апрель. Вот до высадки, я думаю, что они пойдут в рост. Ну вот, все, на этом все, пока.